Кстати говоря, что касается поставок нашего газа в Молдову, вот я как-то обратил внимание, что кто-то из официальных лиц Молдовы заявил о том, что больше значит, Молдова не покупает российский газ. Честно говоря, я немножко удивился, потому что условия, на которых мы поставляем газ в Молдову, это молдавские условия. Именно молдаване просили нас о такой формуле поставок и ценообразования. Это было именно молдавское предложение. И мы пошли навстречу, несмотря на все противоречия в сфере политики. Мы выбрали предложение молдавской стороны. Но надо решать, конечно, вопросы, связанные с долговыми обязательствами. Здесь это очевидная вещь. Но вот, несмотря на заявление молдавских официальных лиц о том, что Молдова прекратила получать наш газ, я вот у Миллера спросил вчера и сегодня, я говорю, слушай, а что они делают, и что там творят? Им не нужен газ? Он говорит, да нет, как все, как поставляли, так все и поставляем. Ничего вообще не изменилось. Что это за люди? Болтают языком. Там. Непонятно, зачем они это делают. И, по-моему, только наносят ущерб экономике Молдовы.